Санкт-Петербурге состоялся международный медиаконгресс «Диалог культур». Телеканал «Хабаровск» был представлен материалами моей коллеги Марианы Гейт. Ее спецрепортаж «Солдат СВО по дороге домой» и «Приговоренный к пожизненному заключению» в интернете набрали более 1 000 000 просмотров каждый. Наряду с таким материалом эксперты разобрали сюжеты и влоги без больших охватов, но с интересными ходами. Делимся подробностями нашего участия и афишей ближайших крупных медиафорумов в стране. На 17-м медиафоруме у нас есть уникальная возможность пообщаться с коллегами из других стран, с журналистами из Грузии, Сербии. Я иностранец из Ирана, но чуть-чуть я могу говорить по-русски. Я из Института кино и телевидения и изучаю графику, да, анимацию. Из Индии были, Осетия. Армения. Костя так хорошо говорит по-русски, потому что он представляет русское СМИ. Русскоязычный портал «Греция на русском». Моушн-дизайнеры, видеографы, фотографы, блогеры из 60 регионов России и 15 стран мира. Это молодежный форум международный, и здесь с этими бейджами, у вас есть бейдж? Да. С этим бейджем можно заходить внутрь Эрмитажа и сколько угодно ходить, и снимать там даже можно. На протяжении 4 дней в Санкт-Петербурге обсуждались модные и актуальные тенденции видеопроизводства, технические и стратегические нюансы сегодняшних реалий. Диалог культур – это не только место для встречи мастодонтов документального кино, главных редакторов крупных федеральных каналов, таких как РБК, «Россия сегодня», но и место для встречи совсем молодых блогеров, корреспондентов. К медиаконгрессу допустили 350 участников, выбирали из авторов 2000 работ. Это абсолютно реальный шанс для молодых людей из отдаленных уголков России. Если зайти на сайт форума «Диалог культур», оформить заявку, очень благожелательно всегда относится к молодым журналистам. Оргкомитет дает прекрасную возможность оказаться в гуще, вообще, так сказать, событий и профессионального общения. В конце сентября в Барнауле пройдет всероссийский медиафорум «Медиа на 360». Сейчас до августа принимаются заявки как от официальных СМИ, на которых проходят практику или уже работают студенты, так и от самостоятельных юных блогеров. Примерно в то же время в Сочи состоится международный медиафорум «Вся Россия». Туда, как правило, приезжают большие профессионалы. Участие для того, чья заявка принята, бесплатное. Марианна Гейт, «Смотри Хабаровск».